Всем привет! Сегодня у нас 17 сентября 2019 года. Представляю вашему вниманию новой сортной коллекции. Сорт называется Смиральда. Вот такой имеет вид. Очень красивые яблоки зеленого цвета с легким румянцем на солнце. Такой вот имеет вид. Сорт проверенный, не пересорт. Брался в питомнике Италии. Очень хорошо загруженный. Яблоньки 3 года. Вот такие вот у него плоды. Можно сказать, первое подношение сигнальное. Даже не сигнальное, наверное, можно сказать, даже полное. Но первые яблоки. В том году яблок не было. То есть можно видеть, какая загрузка этого сорта. Яблоки вот с загаром. Такие вот красавцы. Сорт поистине входит рано в плодоношение, можно видеть. По вкусу не знаем, какие. Сейчас его дегустировать без толку. Нужно его положить на хранение и уже спустя некоторое время пробовать его на вкус. Вес плодов примерно 200 грамм, может быть, некоторые 250. Вид красивый, товарность хорошая. Интересно еще, какой вкус при лёжке будет. То есть загружен вот отлично. Сорт яблока Смиральда. Новинка в Украине. Я первый раз взял этот сорт. У нас в Украине оказался пересортом. То есть получилось не Смиральда, а непонятно что. Какое-то красное яблоко. А это вот конкретно этот сорт. Вот так вот он смотрится. Вот сейчас я отойду на дереве. Шикарный несет урожай. Просто суперовый. Такие имеют плоды. Потом уже зимой разрежем, сважим плоды. Посмотрим, какого они качества, вкуса. И продегустируем. Такой небольшой, кратенький обзор данного сорта. Сорт Смиральда. Вот с северной стороны яблоки зеленые, а с солнечной стороны присутствует небольшой румянец на них. Сегодня у нас 24 января 2020 года. Сорт яблок Смиральда в хранении. Такой имеет вид. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. Правда, мои овоеды повыедали уже этот сорт. Вот это все, что осталось на данный момент. Сорт Смиральда моей семье пришелся по вкусу, особенно детям. Дети тягали его в школу постоянно. Яблоки не крупные, очень сочные, вкусные, сладкие. Давайте вот посмотрим. Это яблоко среднего и маленького размера остались. Какой у него вес на данный момент? Так. Вот такой вот имеет вид. Вот такой вот имеет вид яблоко. Есть яблоки на солнце с явным выраженным румянцем. 188 грамм. Это вообще маленькие остались. Самые крупные все покушали. Ну ничего, в следующем году сниму, точнее в этом. Вот такой вот румянец может быть. 163. Ну это от нашего климата. То есть в Италии данный сорт без румянца яблоки. Вот такой вот вес. Сейчас разрежу яблочки. Попробуем, какой у него вкус еще, продегустирую. И мне, и деткам он очень понравился. Я предполагаю, что этот сорт будет лежать до середины весны без потери качества. В данный момент он вообще бесподобный. Так. Вот
Давайте разрежем вот такой вот, такие яблочки. Слышно, хрустит. Вот такая вот мякоть у него. Давайте посмотрим по соку. Видно, что яблоко сочное. Он аж брызжет. Очень сочное. Давайте еще разрежем одно вдоль. Давайте продегустируем вместе с вами. Яблоко поистине вкусное. Очень сладкое, сочное. Мякоть такая скалывающая, похоже чем-то по мякоти на сорт Лигол. Именно по плотности яблока, по плотности мякоти. Сорт с ароматом. Очень вкусная, достойный сорт, мне очень понравился. Я буду прищипать, у меня много деревьев Голден де ля Шеса именно на этот сорт. По той причине, что он иммунный, не должен повреждаться болезнями. То есть в этом году не замечено, претензий к нему нету по болезням. И перепривью весь Голден де ля Шес, оставлю там пару деревьев именно на этот сорт, потому что он хранится. То есть вот такое вот яблоко. По сладости, по вкусу хранится должно прекрасно. На данный момент оно твердое, сочное, сладкое, ну, бесподобное. Мне оно очень понравилось. И детям, и семье моей понравилось. Я же говорю, все, перетягали, нечего снять. Я говорю, ребята, мне снять видео хотелось красивое, а вы все пожрали. Ну, бывает и так, что сделаешь. Короче, я всем рекомендую этот сорт. Кто посадит, не пожалеет. Реально вкусный, сочный, сладкий сорт. Сорт яблока Смирана. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.